Меня немного дома припахали. Короче, у меня получается младший братишка летом женится. Вот, и к этому случаю у нас дома сейчас переполох такой везде. И в доме, и снаружи, во дворе ремонт полностью. Мы готовимся к приему гостей. Вот. Итак, дорогие телезрители. Телезрители, так, разбираем крышу. Завтра придут люди устанавливать навес на весь наш двор. Для этого надо все подготовить, площадку. Чем мы сейчас и занимаемся? Почти все закончили. Ну, крышу, или как сказать, козырек уже разобрали полностью. Вот вы видите, весь этот мусор был на козырьке, под козырьком получается. Ужас, я не ожидал, что будет столько мусора лишнего, ненужного. Вот, устал очень сильно. Уже пора бежать. Забыл дома сотку. Капец. А уже проехал от дома очень прилично. Возвращаться нет времени. И так опаздываю. Придется сегодня обойтись без сотки. Оказывается, человек так сильно привыкает к сотовому телефону, что без телефона ты оказываешься как без рук. Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение. Вот я сейчас забыл телефон и думаю, что я буду делать вечером. Как я созвонюсь с друзьями? Как я созвонюсь? И что я буду вообще делать вечером? Не знаю теперь. Посмотрим. Итак, попали в пробку. Стоим в пробке. Не кстати. Я заметил такую закономерность, что когда опаздываешь, ты всегда попадаешь в пробки. А когда у тебя есть в запасе полчаса, дороги все свободны, и ты быстро-быстро доезжаешь. И на положенном месте обязательно ждешь. А когда опаздываешь, обязательно пробки. Еще и не маленькие. Даже если сейчас меня будут искать, то сотовый телефон остался дома. А это нехорошо. Итак, как вы уже видели, время 5:43. Уже 44. А я все еще на Жандосова, правда. Я не доехал до правды. Еще. Все еще стою в этой пробке. Я не понимаю, почему сегодня такой большой поток машин. Да. Обычно я за полчаса доезжал до офиса. Сейчас я уже должен был быть в офисе. Почему, интересно, все так? Что мешает движению? Троллейбус встал. Скорее всего, может быть, вон. Ну, хотя, навряд ли, мне не кажется, что все из-за троллейбуса. Мне не кажется. Троллейбус встал. А, светофор не работает, направда. Вот и видать... Беспредел творится. Светофор работает. Дорога свободна. Ура!
Баттер в офисе. Открывайте. Чуть внимание хуже. Да! Телеканал Hit TV представляет новый сезон программы Emotion. Что сегодня новенького в мире IT-технологий? Какие онлайн-игры сейчас в топе лучших? Девайс новых гаджетов и много другого электронного ноу-хау. Все это в программе Emotion. Главные партнеры проекта – Международный IT-университет и компания Samsung. Каждую субботу на Хитовом. Так, мы сейчас на всех парах мчимся. Вот мы едем встречаться с любителями нашего творчества. Мы немного опаздываем, а причина тому, получается, я проснулся, думаю, вот сейчас приведу себя в порядок. Воды нет, света нет дома. Пришлось выехать в офис, чтобы привести себя в порядок в офисе. Приезжаю в офисе нету. Слава богу, есть свет, но нет воды горячей. Пришлось мыть голову холодной водой. Все это ради вас. Встреча прошла 26 апреля за городом. Хотелось вот в такой обстановке неофициальной, да, чтобы не было, вот как это пресс-конференция бывает, там сидят артисты, там где-то между ними так, какая-то грань. Да. Хотелось, чтобы обстановка была такая, ну, более семейная, такая теплая, что ли. Всем привет! Я прошу прощения, что так опоздали. Нет, прощения. Мои это, конечно, до Старварда, кто из города дан. Врачи, короче, сейчас семья. И они вот всей толпой там болели. Неделю еще гулялька на выиграл. Опять крупно. По-любому. Мы с Баттером приехали вовремя. 3.05 где-то, а затем уже приехал Даник, и потом Аян, и затем приехала мама. Ничего, Василька приехала! Какая молодец! Привет, девчонки! Привет! Ничего себе, привет! Я тоже, такие вы молодцы, дать всем поцелую буквально. Вы кто? Вы кто? Дана, все понятно. Тебя как зовут? Айдана. Айдана. Очень приехала. Мы приехали из Сибалайки. Я с Урумчиком. Слушай, ты ничего опаздываешься, да? А он зарать тоже. Зарать тоже. С маминого приезда включили ее любимую песню. Ой, красота. Ай-ай, Гулик. Ау. Я буду для тебя твоей малышкой. Василька, ты сегодня приехал? Какая молодец, ты такой рано приехал. 6 часов ехал. Вы у тебя Сельку уже, да, нашу? Да. Да, ну тебе, топ-пиранка, маленькая еще такая совсем. От всех поклонников.
все девчонки привет передавали, кто не смог приехать. Что мы всегда с вами рядом, поддерживаем вас. Ой, да. Ребятушки, это... А реально, чего у нас нету? Серьезно, офис? Нет? У нас нету часов, девчонки. Какие вы умные. Вот это с намек на то, что вот во всем Казахстане у вас есть поклонники, друзья, преданные, которые вас всегда будут вас поддерживать. Смотрите, ребят, какой подарок крутой. С гравировкой. Подарили часы деревянные в виде карты. Очень такие красивые часы, там они были с гравировкой. Эти часы сразу в тот же день я лично, по поручению мамы, конечно, я лично забил, в общем, гвоздик и повешал его у мамы в кабинете. Раз, два, когда приехали? Да, мама. Мы все поклонники, конечно, знаем, у кого когда день рождения, да, наизусть. Мы знаем, что 20... Да, у Даниара было день рождения, мы не забыли. У меня 20-й день. Я знаю. Вот кого-кого я тебя никогда не забыла. Вот. Так что от поклонников Даниар, поздравляем тебя с днем рождения, с прошедшим. Желаем тебе всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, успехов, благополучия себе и твоей семье, плодотворной работы. Всем вам успехов. Алла Жарбулсы Саган. Помни, что у тебя все есть, всегда есть люди, которым ты можешь довериться. Помощь, которую мы можем предложить тебе. Ты просто не один, помни. Есть люди, которые тебя очень любят, сильно уважают. Вот. Так что с прошедшим днем рождения и просто как подарок. Чисто отметим. Чисто отметим, давай. Ой, Рахмет. Happy birthday to you. Happy birthday, dear daddy. Happy birthday to you. Такой момент приятный, день рождения у меня уже прошел, и на тот момент он тоже уже как бы прошел, поэтому опять же вдвойне было приятно получить подарок на день рождения. Это был замечательный торт. Потом для нас одна из девочек, Асели, вот, которая приехала из Талдыкургана, она в будущем собирается быть певицей, и оказывается поет, да, и мы попросили ее спеть для нас. Потом мы пили для них, потом мы все вместе пили. Просто начни, я просто тональность услышу и дальше подходи. А. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a laser ocean hugs the shore, hold me close, sway more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance it, have a way with me, stay with me, sway with me. Ой, как ты холодна, со своей красотой ты одна, даже не узнаешь, как в тебя влюблен был я, влюблен был я. У нас были застольные песни, как в старые добрые времена. Алгашка, нам как звучит. Дар, давайте. Короче, чисто женский батальон. Давай, женский батальон. Все, не кормируешь? Давайте. Модельно все. Так, раз, два, три. Ну, ты что? Давай. Раз, два, три. Встаньте, да. Тут спокойно. Че, халай трам. Ну вот состоялась долгожданная встреча. Ребят, с поклонницами, мы так рады. У вас такие классные девчонки, все классные. Такие умницы. Ну, я думаю, что моих ребят не может быть. Это была
как бы автограф-сессия, так скажем, я не знаю, ну, пожелания, скорее всего. Пожелания писали на открытке, раздавали девочкам. После этого еще раз фотографировались, там общее фото. Давай, Таня, да, сначала? Закончилась наша встреча с нашими поклонниками, точнее даже, наверное, лучше сказать, с нашими друзьями. Исключительно положительные эмоции получили от этой встречи. Сейчас едем довольные, сытые, надышавшиеся свежим воздухом. То есть даже здоровее себя как-то чувствуем. Вот, спасибо нашим друзьям за такой вечер. Читайте Hit TV в Твиттере, ищите канал на Ютубе, смотрите на Kiwi.kz, а также ВКонтакте и Фейсбук.